Добрый вечер. Орлайн сразу взял инициативу. А Орлайн Испанию тогда уже. Спасибо, что пришли. Начнем. А дальше уже еще поговорим. Да? А дальше продолжим. А, если вдруг кто-то случайно здесь оказался, группа Куба на ты сегодня здесь. Я думаю, музыка сама скажет за себя и за нас. Thank you.
5 мы насчитали. Ого! Сказали сами мы себе. И сейчас прозвучит песня, которая очень давно в нашем репертуаре. Не то чтобы первая, но одна из. И одна из проб русскую музыку как-то, так сказать, соединить и окупинить, как подсказывает Сергей Серов. Да? Thank you.
Жарко тебе, Рома? Мне вот, я, кстати, не пойму. Но мне кажется, такая вот жаркая атмосфера, она как раз очень подходит нашей музыке, как вы считаете? Понимаете? Мы прям сейчас себя можем почувствовать реально вот, как на Кубе, да, Арденис? У меня так. Даже так. Но, знаете, следующая песня, там смысл в чем? «Но Мьорос» называется. Мол, не плачь обо мне, детка. Ага. Ребят, ну вы не плачьте, а будем сейчас играть. Que me
Thank you.
Мне кажется, сейчас мы прям упираем всю жару в этих всех стран. Наш концерт. Не знаю, как у вас там, у нас тут нормально. Oh, oh, oh.
Спасибо.
большое еще раз. Овер Сирано. Представляете? Это же тоже... А, да. Ну вот, сейчас мы, знаете что, немножко отдохнем от таких сложных ритмов. Сейчас такая простая песенка. Опять же, очень давно в нашем репертуаре. Так что, я думаю, некоторые даже могут и подпеть. Cucaracha, que ya no puede cantar.
прозвучавшая только что почти больше громко. Извините. Ну, я понимаю. Ну, еще чуть-чуть осталось. Дело в том, что вот предыдущая песня, она остро политическая, на самом деле. Хорошо, что на испанском, потому что если бы она на русском была, прям уже опасно было бы ее тут исполнять. Ух. Так, ну что, как у нас все? Бодрячком? Отлично! Сейчас, если вдруг бодрость у кого-то стала кого-то почему-то покидать, сейчас взбодримся. Следующая песня, мало того, что сама по себе бодрая, мы бодрые, она еще и о бодром напитке. Ну, женщин, мужчины нет сегодня, которые поют женщину. Thank you.
трудящихся. Значит, как Хуан Арлейнис Баньос. Да, зовут. Я хотела как-то, знаете, завязать, что может быть его настоящее имя Валера, потому что Хуан — это Иван, но Иван вроде как не Валера, поэтому просто хитрый замут не случился, поэтому просто песня. Thinking how you know, and I grew so, and
знал и музыку, и слова к этой песне, понятно? Поскольку, да, но все-таки решил сам не петь, на всякий случай. Давайте еще прям аплодисментов Роману. Вообще, вы знаете, следующая песня обычно очень танцевальная. Все как танцуют, но я прям даже не знаю, что делать. А? Как-то да. Я даже не знаю. Ну, разберемся, походу. Девчонки? Как ты вообще? Хорошо? Ну, тебе весело?
Ну, почти все, но те, которые там вот на подиуме, вас же все равно видно. У нас вообще, в общем, история такая. Пока вот все вместе с нами не станцуют, мы концертов не заканчиваем. Ну, это как бы что же делать? Девчонки, я вас вижу. Садимся, танцуем все вместе. Танцуем, танцуем. Девчонки и мальчишки. Вы поймите, тут все сидят. Потом вас запомнят в лицо. И вы тоже, девушка, мы вас с вами... О, вот какие прекрасные дамы. Да, девчонки, девчонки, давайте, 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 давайте. О, все. Так. Ну что же вы встали, смотря бы. Танцуем, мы все вместе танцуем, пока все так не будут танцевать, мы никуда не уйдем. Вот. А мы танцуем, танцуем. Пожалуйста, присядьте. Вот. Вот, все, теперь все зависит от уйвера. Сыра. Thank you.
Спасибо большое. Роман Лычков написал. Все сильно, да? Жарко? Тебе калор.
праздники, если у кого-то праздник, с праздником. До новых встреч, у нас скоро тоже концерт. Пожалуйста, следите за нашими новостями. Группа с вами была. Спасибо большое!